Не обещайте человеку с гласной «и» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Квартира без сквозняков, шуба из натурального меха и полный деликатесами холодильник вот могут стать пределом мечтания этого имени. Этому человеку трудно подниматься по служебной лестнице, и поэтому он порой ищет возможность реализоваться в свободном творчестве. Внешний человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры и тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. От душевного мятежа многие приходят к религии. Людям с этим именем свойственна болезненная неуверенность в себе, что может привести к комплексу неполноценности. Для того, чтобы выровнять чашу весов в их душе, нужно просто поговорить с ними. Гласная буква «У» вносит в характер хитрость, а именно умение тщательно скрывать истинную цель своих намерений, способности политика. Для владельца имени с буквой «Л» требуется проявить тонкое восприятие красоты, артистические, художественные таланты, стремиться поделиться знаниями и ощущениями с партнерами. Привыкли добиваться своего, поэтому обладает исключительным терпением и способны надолго затаиться перед решающим рывком. Буква «У» говорит человеку, что не все стоит делать так, достоянием общественности. Этим людям также характерно стремление поделиться своими ощущениями и знаниями со своим партнером. Звук «У» дает человеку активное воображение. Увлекаясь чем-либо, человек может поддаться на глупый риск. Иногда у представителей этого имени возникают трудности в общении с людьми и неумение работать в коллективе, так как период адаптации у таких имен идет очень долго. Для этих людей есть поговорка: долго запрягают, но едут быстро и далеко. Успешным партнером для носителя этого имени будет обладатель имени, у которого значение имени равно одному. Человеку с буквы «К» по имени всегда присуща загадочность. Он может тайно иметь хобби и не желать, чтобы об этом знали, и наделен способностью хранить чужие секреты. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Люди, которые имеют букву «Р» в имени, обладают большой силой и храбростью, но также им свойственна небрежность. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.